Доброго времени суток! К вашему вниманию представляем манекен-симулятор младенца для отработки навыков аускультации «Фомочка». Это интерактивная образовательная система, которая поможет при обучении аускультации и пальпации сердца и легких. Она не может дать всестороннего понимания предмета, но идеально подходит для отработки практических навыков. Преподаватель может задавать различные сердечные тоны и дыхательные шумы для их распознавания студентами. С данным изделием можно многократно повторять отработку навыков и распознавание звуков. Туловище младенца спроектировано в соответствии с последними электронными технологиями с целью профессионального обучения методом сердечно-легочной аускультации и пальпации. Характеристика манекена. Аускультация сердца и легких обычным стетофонендоскопом. ЧСС. Сердечные ритмы. Изменения сердечных тонов. Патологические сердечные тоны. Сердечные шумы. Патологические легочные звуки. Сухие патологические шумы, влажные патологические хрипы. Пальпируемые симптомы заболеваний сердца и легких, включая, например, область систолы, область диастолы, мелкоразмашистое дрожание, осязаемое чувство от дрожания при трении плевры. Подготовка манекена к работе. Установите вилку кабеля питания в розетку и нажмите на кнопку включения на задней панели контроллера. Clinical Sync – клинический симптом. Выбор номера симптома для аускультации и пальпации. Volume – громкость. Увеличение-уменьшение громкости выбранной патологии. Reset – перезагрузка. Возврат к начальным параметрам. Palpation – пальпация. Усиление выбранной патологии до пальпируемой. Loudspeaker – динамик. Вывод звука на динамике наушники. На данный момент перед вами отображается описание локализации. На таблице функции, которую сейчас вы видите, по порядку приведены все шумы по аускультации и пальпации. Завершение работы. После окончания работы с манекеном-симулятором необходимо выключить электропитание и извлечь шнур из розетки. На этом заканчивается наш с вами видеоурок по использованию данного манекена-симулятора. С вами был Центр практических навыков. Спасибо вам за внимание.